Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем проходить игру Cats. Так, 6 защит в чемпионате успешных, это хорошо, 582 монеты заработали. Так, что у нас далее? Так, ошибка какая-то. Ладно, ерунда это все, собираем. Открываем ящик и смотрим. Колесо, пила, лазер, циркулярка. Ну что ж, хорошо. Так, еще бонус мы получили. И в нем колесо, диск. Ясно все. Так, что у нас от спонсоров? Ролик, циркулярочка, диск, импульс и ракетница, и нитро. И комплект здоровья, вот это хорошо. Ну что же, в принципе, пока все отлично. Давайте зарядим ящик один. Я на каком? Я на первом месте, да? До сих пор так и держусь. Что бы можно было бы сделать, а? Как бы нам апгрейдить нашу тачку? Ай, не хватает энергии, ёлки-палки. А может быть, убрать пилу? Очень много деревяшек у меня. Пора бы от них, наверное, избавляться, я думаю. Так, подожди, давайте лучше пилу, наверное, мы... Хотя... Давайте глянем, что вообще у нас есть. Колесо, диск, да? Три звезды, 160 ХП у него, 78, ну это вообще никуда не годится. А на моих 105,85. И попробовать, может быть, вместо этого поставить. Хотя, ну давайте рискнем. На один бой, я думаю, можно. Ну потеряли маленько, а что поделаешь. Так, итого у меня 885 ХП. Так, для пилы 20%. Угу. Ну что ж, пора, наверное, себя испробовать. Хотя, кто у нас тут? А, Саиз, вспомнил я, ребят, точно, мы же на нем остановились. Ой, ну тут... Хотя... Нет, нет. А, замочил? Ха-ха, вот это замечательно, ребята. Все? Я тут единственный фаворит еще в этой игре. Так, отлично. Может быть, получится пройти, хотя я сомневаюсь почему-то. Но, как говорится, чем черт не шутит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот здесь вот этот фокус не прокатил, ребята. Глупо стою, и меня расстреливают. Так, отлично. Следующий у нас Йосиф. Ну, Йосифа мы подобьем, это однозначно. Так, а тут что? Тоже шикарно получилось. КЛНГ. Подбили мы его. Так, ночной охотник. Да, в принципе, ребята, и не важно. Все, тут уже пошли без звезд. Так что, я думаю, можно отсюда смело выходить. Я на первом месте, у меня 14 медалей. Я буквально фаворит здесь. Думаю, не найдется в данный момент, даже в ближайшее время, кто бы мог мне тут противостоять. Хотя, всякое бывает. Ракетница, точнее, близнецы. Ну, их даже ставить некуда, ребят, если честно. Да. Ну-ка, вот так вот. Даже так не хватает энергии. Ха. Ладно. Давайте уберем пилу. Ну, я не знаю, стоит ее здесь вставлять. Хотя, если враги у нас будут перепрыгивать, то, конечно, стоит. Тем не менее, у нас уже 910 ХП. Пила влезет? Нет. Не хватает для нее энергии. Ну, я не знаю. Вообще-то так, наверное, не прокатит. Все, у нас ничего хорошего не осталось, если так посмотреть. Давайте ее обратно поставим. И нашу, наверное, циркулярочку вернем. Где? 76, 92. Тем более 25 для пирамиды. Как раз для меня. Ну все, грубо говоря, вот так, наверное, мы и оставим. Так, мне надо будет еще потом сундучок один заработать. Ну-ка. Давай, 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 бомби. Ну, отлично. Так, опять Саиз, елки-палки. Я про него и забыл. Нет, ребят, видимо, не получится у меня сразу перепрыгнуть на следующий уровень. И все из-за того, что под одного будешь подстраиваться, тебя следующий разбивает. Тут нужно сразу, если бы мы Саиза бы старой комплектацией разбомбили,
то да, можно было бы даже не дергаться. А сейчас, если я даже верну все, что как у меня стояло, я опять же ему проиграю. Так, ну, все вроде бы. Так, давайте, может, вот так вот сделаем. Хотя, лазер нам пригодится, может, еще. Давайте, ну, на пилу вольем. Опять все за кристаллы. Денег у меня нету. Так, еще плюс 6 к атаке. Ладно, хрен с ним. Но этого мало. Блин, что ж делать-то? Давайте вот это вот нитро. И давайте тогда отбойник ставим. Еще плюс 7. Может, колесики тоже вогнать? Плюс 6. И следующий, наверное, тоже столько же даст, по идее. Даже плюс 7. Да. Давай. Ой, чувствую, я это все зря затеял, конечно. Давайте посмотрим, как оно будет дело обстоять сейчас. Так, отлично. Вот он, Саис, ну-ка. Да какого лешего-то не получается? Пипец. В тот раз сработало, а в этот раз нифига. Пили, пили, пили его, блин. Отлично, алую мы сделали. Тут вообще без проблем. Йосиф. Так, Йосиф, тихо, успокойся. Не, должны победить. Да, все, сделали. Но опять же, проиграл я уже. То есть не получится перепрыгнуть. Как ни крути. КЛНГ сдох. Так, ночной кошмар. Так, тихо, кошмарик, не пугай. Блин, даже его не смог забомбить. Мэнд. Ну, Мэнда. Да как так? Даже не дотрагиваюсь, не докасаюсь его. Вот так вот. Блин, не, ребят, фигня. Полный бред. МР готов? Ага, готов, МР, меня сделали. Отлично. Все, тут, короче, все, ребята, ясно. Надо ждать либо новых запчастей и усиливаться потом. В данный момент ничего. Или ждать, пока закончится турнир. Я все равно на первом месте должен буду перепрыгнуть. Даже Хэппи проиграл. Да, боев 8 выиграно. Печалька, конечно. Что можно еще тут сделать? Поменять колеса местами. Так. Близнецы. Близнецы, конечно, хороши, но, ребята, не деревяшки. Однозначно, надо ставить уже карбоновые хотя бы. Но не дерево, это однозначно. Давайте посмотрим, заработаю я сейчас ящик или нет. Хрен там, разнесли. На деревяшке какой-то гребаный, а? Давайте без них. Как раньше у нас была машинка, так ее и оставим. Ну, чемпионат, держись. Так. Тут все понятно. Саис, вот он сейчас мне привернет. Ну, ай, чуть-чуть буквально, ребят, не хватило его подбить. Ну, а здесь дальше уже, в принципе, я знаю, что пойдет все без проблем. Больше никто, по-моему, нам сопротивляться не сможет. Вот если бы пилу чуть-чуть усилить. Так у меня денег нет, кристаллов нет. Полная засада, короче. Ну-ка, мало, очень мало дает. Давайте тогда денег, наверное, немножечко с вами подзаработаем. Копейки, крохи, как сказать. Эх, корпус этот, конечно, тоже, не знаю. Я про комету. Стоит его оставлять или нет? Все равно маловато. Короче, все на продажу, блин. Все ради денег, блин. А чем усиливать буду, это уже не важно. Ну что, давайте еще разочек. Так, здесь все понятно. Ну, смотрите, немного не хватает, буквально на пол оборотика, и все, я бы его вздрючил. Ну нет, не хватает у меня мощей на разбомбить его. Так, Йосиф, тихо, тоже тут с отбойником едет на меня. Тут все понятно. Так, КЛНГ с лазером уже.
Ну, может быть, если бы он бомбанул, конечно, бы победил меня, но не тут-то было. О, ты просто красавчик. Так ехать-то. Эмре, не прокатил твой фокус с перепрыгиванием, к сожалению. У Рича то же самое. Так, кот. А кот-то уже неплохо, да? Две пушки, плюс лазер у него. Так, Томми сдох. Хэппи. Ну, Хэппи пока доедет, естественно, мы его разбомбим. Ну, в принципе, и все. 13 боев выиграно. Один бой я не могу победить, чтобы перейти мне сразу же на следующий этап. Блин, обидно, слов нет. Но, тем не менее, как видите, 14 этих медалей я имею. Остальные вообще тут курят тихонечко в сторонке. Так что, думаю, можно смело идти на отдых. Продаем, оно мне все не нужно. Я вообще не любитель этих наклеек, если честно. Так что мне их не жалко продавать. Ну что, наверное, так и оставлю свою машину. Мы потом, наверное, встретимся чуть-чуть попозже. И думаю, что если не перейдем уж на следующий этап, то точно будут у нас какие-нибудь новые запчасти, которыми мы сможем с вами усилиться, наверное, прилично. Близнецы, 20% для близнецов, а? Хорош, хорош, конечно, но, как говорится, и хочется продать, и жалко. Давайте так сделаем. 11 уровня. Так, немножко усилили себе атаку. Ну, а колесо, я думаю, не стоит тратить. Ну, а, максимум. Все, заметил, что по максимуму. А сюда? Можно было бы, но очень мало. Все равно не достигну желаемого мне результата. Ну ладно, ребят, давайте немножко отдохнем и встретимся чуть-чуть попозже. Всем привет, дорогие друзья. Ну что, продолжаем. Так. Спецпредложение. Нет, спасибо. Все равно это мне потом не пригодится. И что у нас в ящике? Бигфут, классика, лазер, комета. Комета даже. Так, бонус получил. Циркулярочка. Ну-ка, а от спонсоров у нас что? Пирамида. Ну, уже что-то хорошенькое выпало. Лишь бы только с энергией не подвели. Шикарно. Ну что, давайте с вами активируем ящик. И... или быстрый бой, или чемпионат 5. Хотя, погодите, давайте-ка посмотрим, что у нас там за корпус выпал. Вот, пирамид. Ой, всего 9 энергии. Ёлки-палки. Плохо. Но зато надавали колес. И отбойник. Так, если я, например, так, 252. Хреново. Чего вы так мало мне прибавляете, а? Так, а эта пила у меня сколько? 118, а здесь 127, даже лучше будет. А по энергии как там? Понятно, с энергией, как всегда, облом. Ну, я не знаю, может быть, усилить хпшками стоит тратить. 110, в принципе, неплохо. Так, отлично. Сколько дашь? Что-то не... А, не то сделал, подождите. А, что даст? По максимуму у нас корпус развит, поэтому мы ничего уже влить не сможем в него. Это говорит лишь об одном, что нужно новый корпус и все по-новому прокачивать. Так, лазер, сколько у тебя? 44 атаки. Конечно, на помойку его. Так, и эту тоже. Корпуса. Пойдет тоже туда. Этот тоже. У него всего два слота. И то один боевой, и другой вспомогательный. Так, ну что, давайте, наверное, тогда будем вливать потихонечку. Пока есть возможность у нас и деньги. Что? Блин, не хватает, а? Вот и все. Все, что заработал, все влил. Еще и кристаллы пошел тратить. Так, еще плюс 7 к атаке. Ну что же. Я еще на первом месте, значит, чемпионат, ребята, не заканчивался. Но там уже, смотрите, ребятушки ко мне подкрались. Отлично. Саис, ё-моё, блин. Ну, все равно не хватает, а? Да что ж ты будешь делать? Ну, а остальных, я думаю,
без проблем развалю. Так, ночной охотник, Готовченко. Этого сейчас тоже без проблем. Ну, этого тем более, Йосифа. КЛНГ без проблем. В общем, остальные просто вата. Вот единственный это кто? Саид у нас, которым до сих пор меня бомбит. И я не могу подобрать ключик, чтобы его развалить без проблем, так сказать. Кот. Вот если бы кот немножко усилился бы, был бы довольно неплохой боец. Ну, а пока он слабенький. Видимо, у него корпус слабоват. А так-то вроде бы по вооружению нормально у него там все. Да, 13 боев из 14 выиграно. В общем, никак мне здесь не продвинуться. Влить корпус, что ли, этот, в пилу? У меня всего 9 кристаллов, ребят. 3 требует. Да, если мы вот так вот сделаем. Облом, блин, а что я там с одной с одной ракетницей смогу сделать? Естественно, ничего. Давайте все обратно ставить. Да что, а, не хватает, не ту поставил. Давай, вставай сюда, отлично. Значит, нам, наверное, придется, ребята, еще, скорее всего, ждать время, чтобы открылся сундук или чемпионат прошел. Только так я смогу передвинуться. Саис вообще на 13 месте находится, а? Жесть. Ну, мое новое изобретение. Да что ты, бузя, ну не так, а? Да, все равно переворачивает он мне машину, что бы я тут не делал. Что с колесами, что без колес. Жалко, нет второго. Блин, ну давай посмотрим. Ради хохмы просто сейчас. Куда-то вообще в поднебесную стреляю. Ну, так я, естественно, далеко не уйду. Ну, да какое там, ну, блин. Все, понятно. Ай. Да. Берись отсюда. Не нервируй меня, муля, как говорится, да? Ну, что, я не знаю, или корпус втюхивать в пилу, или что. Тогда мне, кстати, нужны ящички обязательно. Опа. Шикарно фиолетовый ящик получил. То, что нужно. Я надеюсь, из него нормально выпадут детали. Ну, тут без проблем. Ну, давайте последний ящик мне и все, и я пойду, как говорится, на законный отдых. Так, это кто у нас? Дэвэй. Опа, неплохо, да? Вообще, как-то моментально. У него всего одна ракетница была. Как это он так умудрился ко мне? Эй, да тихо, что у них за мода пошла, а? С разгона атаковать. Дадут ящик или нет? Ох, ничего себе! Ясно, короче, тут все. Ничего пока не получится. Ну что, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и удачи!